Регулярные тренировки – залог успеха ребят из спортивной школы «Горки-10». Недавно команда Московской области заняла второе место на всероссийском турнире по карате в Санкт-Петербурге. За звание лучших боролись 900 участников из 17 регионов. Хочу отметить старших спортсменов. Это команда старше 18 лет. Они стали первыми. Ну, это очень приятно, как бы показывают хороший результат, хорошее отношение к тренировкам, ну и, собственно, и результат. Хорошо выступил Давид Мурадян, он в своей категории 16-17 лет стал первым. Хорошо выступила Бибикова Аня, которая стала второй. Аня занимается карате уже более 13 лет. Девушка уверена, что восточное боевое искусство помогает преодолевать трудности и следовать своим целям. В планах подготовка к новым соревнованиям, говорит каратистка. На чемпионате России, заняв третье место. Вот. Но потом были еще соревнования, и я ей проиграла. И внутреннее состояние говорило, что мне нужно ее снова победить. Вот. И этот бой, я в него, наверное, вложила больше всех сил. Сергей достигает спортивных успехов 7 лет. Именно тогда он понял, что хочет заниматься карате профессионально. С тех пор не пропускает ни одной тренировки. Сейчас он мастер спорта. Я планирую сейчас выступить, ну, в этом году, планы только на этот год пока, выступить на международных соревнованиях, потому что я пока еще нахожусь в рейтинге, чтобы пройти дальше, чтобы приблизиться там к топ-10 и выступать в дальнейшем, да, профессионально заниматься. Только вперед! Девиз каратистов спортшколы «Горки-10». Ребята благодарят своего тренера за наставление, ну а новые цели уже намечены. Скоро будут соревнования в Липецке, Пензе, Казани. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».